Эй, йога, если вы шутите, мы продолжаем проводить игру под названием Little Mister... Little Miss Fortunes. Либо маленькая неудача. Ну, в принципе, мы были в прошлой серии, в этом, так сказать, парке развлечений. Теперь мы куда-то идем. О, похоже, Бенджамин хорошо рубит деревья. Наверное, он очень мускулистый. Могу я... О, я могу не входить. Но я не знаю, тут... Все кровь выпачкана. Или это... Будь храброй. Неудача. Хотя тут и окна, смотрите, в красном. Значит, это защитная краска. Хотя это Рилли, защитная краска, может. Хорошо, я смотрю, может, я смогу найти свои вещи на счастье. Если она у Бенджамина, я попрошу его поделиться с нами призом. И все будет хорошо. Да, я говорю, тут все в краске, видите, типа защитной. То есть в какой-то степени нас с вами обманывали. Это принадлежит Бенджамину? У него милый стиль, мне нравится. Вау, видеоплеер. Круто. Посмотрим. Бенджамин в телевизоре. Это монстр? Проклятие, я сломала кассету Бенджамина. Может, я смогу ее починить? Счастье видеоплееру. Какой удобный диван. Это дневник Бенджамина? Прочитать дневник Бенджамина. Уважать личную жизнь? Ну, давайте уважать. Типа, ну, читать личный дневник, это такое. Я не буду копаться в личных вещах Бенджамина. Я могу изменить этот вариант? Нет, не могу, ладно. Похоже, Бенджамин любит самообразование. Так, а что тут за книги? The Mining of Life. The Fun Stories of Boring Man. The Observe the Binding of Dispiriting Animals. Communications Key to Cooperation. Learning How You Be Grey. Dead Afterlife. А, ну вот это... Key to Corruption. Это отсылочка на основу же разработчиков данной игры. Kitchen. Community Kitchen. Похоже, Бенджамин любит самообразование. Мне нравится. Пускай музыка поиграет. Посмотрим на это. Бенджамин так и идет, эта шляпа. Бенджамин, мне очень жаль, что я сломала твой видеоплеер, но ты украл личное счастье. Она была обещана мне, если я пройду игру. Я очень хочу его вернуть. Мы можем его если хочешь. Ты боишься грома, Бенджамин? Не волнуйся. Можешь взять меня за руку, если хочешь. Что ты... Это поцелуй? Это действительно происходит? Что это? Это твой дневник? Ты хочешь, чтобы я прочла его? Ты этого боишься? Кажется, я тоже его видела. Так, не чувствую боли в животе, только газы. Я выходил в город помогать пропившим жертвам. А пропавшую жертву. Морга знает, что я здесь. Морга много раз так играть в старый трюк. Но он ошибся. Одна жертва может слышать его голос в своей голове. А, значит, мы жертва. Код жертвы – неудача. Хороший код. Босс говорит, морга нельзя ее получить.
она должна быть спасена. Но я следую шагам. Я видел, как Морго принял форму страшно. Ты не сможешь спрятать этих детей. Сделать за Бенджамином, остаться в хижине. Следовать за Бенджамином. Ты спасаешь меня, Бенджамин? Словно я девушка в беде. Скрим. Заметьте, было написано Скримс. Скорее всего, если бы я остался, произошло то же бы самое. Нихера себе, он там топает. Бенджамин, куда ты ушел? Так, шерсть, либо он тут линяет, либо он себя постриг. О нет, это Бенджамин. На картинке есть дыра. Эй. Не могу дотянуться. Я же маленькая леди. Стульчик. Ага, такая умная маленькая леди. Вон это ножи какие-то, орудия. Время воспользоваться моими навыками ниндзя. Тише, задница. Успокойся. Это ниндзя миссия. Бенджамин, ты здесь? Монат здесь набора оружия какого-то. Значит, Бенджамин поставил их? Но Бенджамин кажется nice. Таким хорошим. Может, он поставил их для монстра? О, слушайте, теперь я не очень думаю. Консервированные рыбные шарики. Это как суши-шарики. Теперь у меня что-то плохие предчувствия насчет Бенджамина. Очень плохие почему-то стали. Картина с ключом. Интересно. Заперто. Мои ниндзя, что с вас сказать мне взобраться на этот стол? Настоящая леди ниндзя всегда все проверяет. Секретная кнопка. Ну, а у нас вариантов нету. Хорошо, тогда я нажимаю на кнопку. Прикиньте, если Бенджамин и есть убийца, а голос... Ух, черт! Ха, это было... Right. Так, время найти Бенджи. Неудачно вышло. Я надеюсь, все наладится, когда я вернусь в вечное счастье. Хорошо, неудача. Покончим с этим. Вставай, неудача. Ты сильнее, чем ты думаешь. Тебе уже сбивали с ног прежде. Ты позволила этому себе... Вставай, неудача. Ты сможешь. О, сколько жать. Потому. Сейчас. Что? Потому что. Ты маленькая леди неудача. Так, я сейчас, короче, все сделаю и вернусь. Так, все. Особля более-менее. Поехали. Блин, я не знаю.
если Бенджамин поставил капкан. Хорошо, я снова снаружи. Есть кто-нибудь? Бенджи? Мистер Голос? Похоже, я одна. Ах, олененок. Так мило. Ах, забылась моя мечта. Я глажу олененка. Но слушайте, ну пока что все хорошо. Может, это сумка Бенджамина? Бенджамин, ты здесь? Должен быть, он в беде. Я очень в тебе разочарован, неудача. А, вот ты где. Эй, ты не видел Бенджамина? Кажется, он в беде. Ты не слышал, что я только что сказал? Я очень в тебе разочарован. Мистер Голос, пожалуйста, хватит играть в игры. Ты врал мне все это время, а это отстойно. Я знаю, что ты не должна была доверять. О чем ты говоришь? Бенджамин мне все четко разъяснил, показав картину. Это ты забираешь детей. А я не герой этой игры. Так? Похоже, личное счастье было ложью. Прекратись. Мистер Чушь, мы должны продолжить играть в мою игру. Ты меня не заставишь. Нет, заставлю. Прекрати. Тогда поиграй со мной. Тебе нужно найти вечное счастье. Я дам тебе подсказку. Она дома ждет тебя. Меня тошнит от этого вечного счастья, но мне больше не нужно. Ты не можешь так говорить. Это нарушает правила. Ты меня слышал. Я больше не хочу вечного счастья. Я не стану терпеть такое поведение. Я буду ждать тебя дома. Нет, скажи мне, где Бенджамин? Что ты с ним сделал? Чертов монстр. Посмотрим, что внутри. Может, тут есть подсказка, где искать Бенджамина? Этот ребенок Бенджамин? Как мило. В конце концов, ты поймешь, что уже заключил сделку. Сделку, говоришь? Бео, можешь за водой сходить. Так, водичка принес, все, можем продолжать. Для студентов университета технологии Сенерсаде. О, это очень загадочно. Так, для студентов университета технологии Сеньор Сэдди. Курс защитника. Трехступенчатое руководство по уничтожению существ из мира духов. Видение. Поскольку ультрареальность... Выпить хочу. Вы просто не поймете, как сейчас у меня горло раздирает. Поскольку ультрареальность формируется в тесной взаимосвязи с понятием времени, помимо сформированных пяти реальностей неотъемлемого существования Фри, появились новые реальности. После ультравойны тысячи существ оказались побочными продуктами. Они создали для себя новую реальность. Мы называем ее Мир Духов. Мир Духов, проще говоря, является местом крайнего абсурда, где отсутствуют как физические законы, так и законы логики. На данный момент мы не можем допустить этих существ в Фри, поскольку организация нашей реальности основана на энергетических и эстетических ценностях. Ультрареальность – это событие ультравойны. Мир духов по-прежнему становится недооцененным. Мы еще не обнаружили способы связаться на логическом уровне. Мы выявили несколько шаблонов поведения так называемых визитеров, также известных как паразиты. Как правило, они проникают в третью реальность. Она же Пандора, в поисках своего маяка, который они заманивают в мир духов. Вот почему нам необходимо защитить защитники. Единственные, у кого есть возможность увидеть дисбаланс между реальностями и использовать имеющиеся средства в ультрареальности. Защитники будут оказывать жертвам помощь и сопровождать их в СНР с этим. Руководство, содержащее в данной книге, должно воспроизвести с большим ответственностью. Не пропускайте шаги за каждое возвращение в СНРЗ жертву. Защитники вознаграждаются новыми уровнями, инструментами и дополнительными шагам руководства. Шаг первый.
Защитники должны... Так, защитник должен рассказывать жертве о паразита. Так, разыскать жертв и паразита. Дело паразита защитникам Татала Морга. Подожди. Дело паразита защитника? Оцените нуждение ли жертва в помощи. Если это так, переходите к шагу второе. Необходимо в помощи контрольный перечень. Первое. Жертва словно забывает его или ее личность. Второе. Жертва уже мертва, но не осознает это. Третье. Жертва верит в реальность иллюзий мира духов. Четвертое. Жертва симпатизирует паразиту. Контрольный перечень. Так. Перечень паразита. Морга. То есть это паразит, да, все-таки? Деформирует реальность в абсурд. Паразит кажется дружелюбным, но все равно занимающий жертву играть в опасные игры. Третье. Превращение в человека животное. Походу он божественно превратил в животное. Быстро осваивает окружающую среду, язык и культуру, не проблема для этого паразита. Возле паразита появляются крупные стаи черных птиц. Эти птицы – глаза Морго. Так, предоставляющий ему общий обзор его игровой площадки. Шаг второй. Используйте окружение, чтобы помочь жертве узнать о паразите. Защитник может направить надписи или нарисовать простые послания в публичных местах, чтобы повысить шанс осознания категорически запрещенного взаимодействия с жертвой напрямую. Тоже. Категорически запрещено взаимодействовать с жертвой напрямую. Это может привести к необратимому травме внутри разума жертвы. Если паразит убивает жертву, немедленно приступайте к шагу третьему. Шаг третий. Подготовьтесь к прямому контакту с... Ну, это понятно, типа, приготовьтесь к прямому контакту с человеком. Паразит? Рисовать? Я люблю рисовать. С чем? Теперь я никогда не узнаю. Ну, с ней, то есть он сейчас будет с нами взаимодействовать, на самом деле. Подождите, после этих толчков с оленем все хорошо? Да, все хорошо. С оленем все хорошо. Ни один олень не пострадал в этой серии. Надеюсь. Ай-яй-яй-яй. Я не посыпал. Я не посыпал сумку. Что ж, пожалуй, вернусь домой на поезде. Все, автосохранение произошло. Черт. Теперь, когда я думаю об этом, я понимаю, о чем меня пытался предупреждать Бенджамин. Он знал все это время. Такой хитрец. Отсылка, не знаю. Давайте. Хорошо, я подожду здесь. Ожидание, ожидание. Еще совсем немного. Ладно, поговорю сама собой. Итак, неудача. Как твои дела? У меня был очень странный день. Я видел монстра, видела кукол, видела Бенджамина. И тогда я пошла в зоопарк, и все было повсюду. А потом я поняла, что мистер Голос много мне лгал. Он забрал Бенджамина, и теперь я одна. Мне не нравится быть одной. Надо же, похоже, у тебя был адский день, неудача. Поезд здесь. Это была приятная беседа, неудача. Поговорим позже. Вперед, девчонка. Чихну, сейчас чихну. О, ладно, затерпел.
Нужно до момента, чтобы я паузу поставил. Так, Чунгрисунгаут. Ну, скорее всего, мне дали по ачивку за рисование. Сейчас мы все сделаем. Подождите. Сейчас увидите, какой у меня будет рисунок красивый. Да, кнопками было бы рисовать вообще жопа. Это испытание будет. Или для консольщиков тоже. А, видите, а здесь не перевели. Типа close it. Не переведено. Плохо, плохо. Если сейчас окажется, что здесь вообще перевода нету, это будет ужасно. Типа не full перевод. Буду ждать остальное тогда перевод. Ждите, сейчас дорисую, тут осталось немножко. Облачко осталось и все. Не, все-таки это русские. 30 ротон. Давайте дальше. А, Крело. Косарус. Точно, я же взял разукрашку, да, с собой? Я не чувствую себя двухмерной. Чё она сказал? Hello, Hero. Привет, Хера. Я тебя не узнала. Какое совпадение, что ты на том же поезде, что и я? Знаешь, у меня была серьезная ссора с этим глупым голосом в моей голове. У меня такое чувство, что мистер Голос не тот, что за кого себя выдает. Ты когда-нибудь слышал голос в своей голове? Кирида Вакодосука. Я знаю, Хира. Что это значит? Это монстр! Оставь Хира в покое! Таскета! Таскете! То есть беги! Или помочь? Хира, держи мою руку! Нет, Хира! Да уж. Ну, видите, я все-таки взял разукрашку, и она где-то пригодилась. Так, мне кажется, скоро уже скоро до конец. Надеюсь, я увижу Хира снова. Интересно, что монстр с ним сделал? Теперь мне придется идти домой одной. Это в последний раз, когда я следую за голосом в своей голове. Будь здесь Бенджамин, он бы наш... Так, пошел со мной. Печально. Да, все-таки здесь, мне кажется, две концовки. Первая, где нас этот голос забирает, использует, типа, как и других детей. Бенджамин все время меня предупреждал. Но я не могла этого увидеть. Я так сильно хотела это вечное счастье. Я маленькая глупая леди. Вот кто я. И получается, что у нас выходит? Типа, либо я отдаюсь этому монстру, либо я верю Бенджамину. Я сейчас верю Бенджамину. Есть специфические, это с рыбкой и все такое. По крайней мере, я повеселилась в Фантастагории. Я расскажу об этом маме. Ох. Ой. Но они хотя бы еще не призраки, да? Прошу прощения. Я к вам обращаюсь. Хорошо, если вы так относитесь к маленькой леди, то как... Катитесь к черту. Слушайте, а мне что-то кажется, что она уже это...
не живая. Она же типа отправилась в мир мертвых. Как она туда выбралась? Вот вопрос. Мы же тогда так и не выбрались оттуда. Да, вороны говорят... Где машина? Папа снова ушел? А вороны? Нет, там этот черт ждет нас. Да, я так и знал. Наши лампочки красные? Мне нравятся. Мама, я вернулась. Hello? Ау. Ох, сколько тут сохранений. Что это за звук? Бенджи? Мне кажется, в другой реальности мать берет супчик так. Эй, мама, Бенджи, что здесь произошло? Поздравляю, ты добралась до конца моей игры. Оставь меня в покое, я ищу маму и Бенджамина. Но для тебя нет вечного счастья. Мне уже все равно. Конечно, тебе не все равно. Ты знаешь, что оно нужно твоей маме? Это твоя ответственность. Да. Наверное, ты прав. Отлично. Ты готов к новой игре? Если я продолжу играть, ты вернешь мне Бенджамина? Пожалуй, верну. Но только если ты действительно будешь играть. Хорошо. Великолепно. Тебе понравится моя новая игра. Бормотание. Это неудача. Она замечательный ребенок из не очень замечательной семьи. Много блеска тебе, для вас немного для тебя. Погоди минуту. Разве я же не делаю этого? Что? Нет, ты делаешь это неправильно. Затем ты говоришь то, что это я сегодня умру, что, кстати, совершенно неправда. Подожди, прекрати говорить, пожалуйста. Мы будем играть в другую игру, или что? Я не понимаю. Если ты дойдешь до конца игры, я дарю тебе вечное счастье. А затем ты говоришь по рукам, и я говорю «да». Прекрати все портить. О, вечное счастье? Сделки не будет. Замечательно. Потрясающе. Ты готова? Подожди, что? Никаких сделок. Никакой. Нет. Как насчет, что если Лиз ждет тебя в коридоре? Если игра о большем мне и о том, как ты становишь меня в покое, я сыграю. Да, да, конечно. Обещаю. Ты знаешь дорогу? Если мистер Голос меня снова напугает, я убегу и спрячусь тут. Это новая танцевальная песня? У меня есть небольшая догадка, что мистер Голос – монстр из моего шкафа. Музыка вверх ногами, если что, играет. Ладно, я сыграю в эту игру в последний раз. Мне нужно было взять... навряд ли Дашу мы что-то бы взяли. Но я тоже сохранюсь на всякий случай. Кто его знает. Но это уже финал. Ох, нет, только не снова. Ты обещал, что будет не так, как и в прошлый раз. Это был прекрасный пример причины и следствия. Нет, ты мне наврал. Я больше не хочу играть в эту игру. Прекрасно. Позволь мне придумать новую игру. Новая игра. Тук-тук. Кто там? Нет, я больше не хочу с тобой играть.
Тук-тук. Кто там? Ты пугаешь меня, прекрати. Оставь меня в покое. О, подожди, подожди. А если я не буду убегать? Да ладно, нам походу все равно прятаться под этот нож. Что здесь произошло? Мое тайное место, оно не найдет меня там. Сейчас такой бас такой, да? Лицо как в других играх. Сейчас же открой эту дверь, неудача. Нам предстоит сыграть в новую игру. Нет, я уже тебе сказала. Я не хочу больше играть с тобой. Милый единорог. Прошу, забери меня в свое радужное королевство. Значит, теперь мы играем в прятки. Мне нравится эта игра. Нет, оставь меня в покое. Что ж, к твоему сведению, моя игра единственная, что держит тебя в живых. Это еще одна твоя ложь. Я буду жить вечно с Бенджамином, и ты ничего не сможешь с этим сделать. Не могла бы ты прекратить говорить об этом Лисе? Он все время так, а его уродливые картины... О нет, не говори так о моем Бенджамине. Знаешь что? С тобой покончено. Я хочу, чтобы ты ушел. Прямо сейчас. Ты и понятия не имеешь, что происходит. Это не последняя игра, в которую мы играем в неудачи. Это только начало. Ты глупое дитя. Очередная игрушка в моей коллекции. Ты моя навечно. Мне надоело, что ты хулиган. Вот увидишь, Бенджамин вернется и спасет меня. Нет, мы заключили сделку. Ты пересекла путь, а теперь ты моя. Остань от меня. Бенджамин! Как ты здесь оказался? Ты ничего не сможешь сделать. Она принадлежит мне. Бенджамин? Нет. Нет! Бенджамин! У меня аж мурашки по коже пошли. Все стало как прежде? Бенджамин спас меня? Бенджи, ты здесь? Так, да, я не знаю, пойди, это уже финал, ребят, поэтому давайте я сохранюсь. Похоже, мне придется все переделать. Я сделаю его лучше. Но сперва я хочу найти Бенджамина. Бенджамин, ты вышел на улицу? Морго близко. Разуй глаза, он под голосом в голове, что сводит тебя с ума. Морго близко, разуй глаза, он тот голос в голове, что сводит тебя с ума. Ну, теперь я знаю, как называет мистера голос. А знаете что? Он все-таки с нами начал разговаривать.
То есть вот эти ну как, не картиночки, а куклы, что он типа сувал, это обращение к нам. Бенджамин? Бенджамин, where are где you? Ты? Не буду спешить, мало ли тут будут какие-то действия. Мама? Блин, я даже теперь не знаю, что можно ожидать. Какая концовка может быть? Мама? I'm back. Я вернулась. Мама, не игнорируй меня. Ты сердишься, потому что я не смогла достать тебе счастье? Что происходит? Мама? Должно быть, это дурной сон. О, блядь, теперь у меня нахуй на слезы. Я просто чувствую боль. Короче, это другая реальность. Это все-таки мать увидела пропажу и типа приехала полиция. Пиздец. Серьезно? Блёст, да ладно. Серьезно? Это... О нет! Что я наделала? О, Бенджи, Бенджи, ты вернулся. Я думала, что потеряла тебя тоже. Что это все? Что происходит? Нам нужно идти? Right. Хорошо. Так, подожди, а какая машина? Вот эта машина? Типа... Ну, эти следы уже были. По глазам было как... Я ничего не понял. Типа, я понял, что ее сбили. Бенджи, подожди. Ты забираешь меня в Мектар? Я не имею ничего против, но сперва мне нужно поговорить с мамой. Мама. Я отправляюсь в другое место. С Бенджи, понимаешь? Он лес, который мне нравится. Я маленькая леди, знаешь. Вот кто я. Похоже, какое-то время я была твоей маленькой неудачей, но теперь ты должна сама найти свое счастье. Я буду всегда тебя любить. Ева. Грустно, грустно, пиздец. Ребята, а что, если это все-таки не конец? А? Не, а не, все-таки конец, да, все-таки. Все-таки. Ну, блин, ну мы все-таки умерли. Типа, этого не возвратить никак.
Подожди, стой, Бенджамин. Куда мы идем? Бенджи? Чё-то мне это все-таки не нравится все. Может, мы все-таки были в ненастоящем мире, нас все еще обманывают. Милашка, я так рада снова тебя видеть. Подожди меня, песик. Ладно, давайте бежать тогда. Ну, это шишки из Рэмбо. Это там уже все было. Ну, говорю, это все было там. В Рэмбо как-то так. Souls Рэмбо или как? Я не помню, игра как называлась. Первую, которую они создали. Про девку с таблетками. Тоже офигенная игра была. Атмосферная. Ну, я, короче, если что, допройду ее, если нет, то разобью. По частям. Мне кажется, это уже конец, просто типа намеки на другую игру. Ох, здесь все очень холодно. Все еще сохранение. А, то есть мне нужно было 4 хорошие вещи сделать, чтобы загорелись? Серьезно, подождите, а где еще 3 не нашел? Ладно, сумка. Сумка и вот это. А эти 3. Повсюду вокруг беды. Исчезают в глубине тумана, ты его победишь. All around, deep inside the... Ну, похоже, игра мистера Гоуста закончена. Бенджи? Кто ты? Я маленькая леди. Неудача. Вот кто. Леди неудача? Да, можно сказать и так. Хорошо. Заходи. Мы ждали тебя. Подождите, смерть это женщина? Ну окей. Что это за место? Мне кажется, если бы я нашел все... Ну, в принципе, ребят, игра хорошая очень. То есть она атмосферная, очень хороший сюжет с очень неожиданными поворотами. На самом деле, понимаете, вот этот момент, когда мы сразились, когда Лиз победил этого Морган, да, его? Моргу. Победил Морга. Я думал, типа, мы все уже освободились. Типа, ура, мы спасены, но оказывается, мы все это время были мертвы. Что нас просто сбила машина.
И финаль, когда она типа прощалась, была очень такое грустное. Да. Ладненько. Может тут еще что есть после титров? Давайте я посмотрю и узнаю. Ну, в принципе, пускай все равно картинки идут. Еще можем поговорить. Ну, в принципе, если брать, снова же говорю, сюжет, довольно прикольный сюжет, касцена есть. Все довольно сделано. Есть необязательные вещи, есть выбор в каком-то смысле, да? Ну, я вот, допустим, буду сейчас еще делать следующую серию. Но буду полностью проходить игру заново. Но я не буду уже смотреть на другие вещи какие-то, которые неактивны. Мы раскопаем все те могилы, которые там были. На кладбище. Мы не отдадим рыбу этой птичке, чайке. Пускай, короче, утка-то сама танцует. Ну, в принципе, попытаемся теперь мы съесть печенье, а не чтобы собака съела. И посмотрим, что будет. Ну, скорее всего, с предсказанием. Так будет жалко собаку, что я не знаю, что с ней случится. Потом, какой еще там выбор был такой значительный? Ну, выбор между камнем и единорогом. Ну, скорее всего, камень — это было разбить окно. То есть, я бы хоть так, я бы этого не делал. А, Келмонды, подождите. Тогда нет, то была другая. Потом, какие там еще были варианты? Ну, скорее всего, если бы я окно сломал, может быть, меня волк съел. Кто знает. С паролем это одно и то же было. Я попытаюсь еще найти, где вот можно использовать блестки. Везде. А, с хомяками, точно. Типа не помогать хомяку. И чтоб хомяк, типа, сам справился. Может, нас бы тогда впустили вовнутрь. Ну, кто его знает. После что еще было? Может быть, если я соберу все деревья, в конце нас бы что-то было иное. Кто знает. Ну, и снова же повторюсь, это я все сделаю. Посмотрим. Вау, как это здесь изменилось все. Поэтому, да. А давайте, в принципе, сейчас дополнительно посмотрим, что здесь есть. В смысле, у меня нету касцен? О, прикиньте. У меня нету две касцены. Скорее всего, если бы я... А давайте мы так и поступим. Мы выберем с вами... А чё это сияет? Это правда про него. То есть все-таки он тоже погиб. А, смотрите, теперь оно не светится назад. Причем у меня все еще светится касцена. Странно. Ладно, куклы. Все начинается с пения галки. С пения галки. Когда ветер холодный, деревья голые, когда вонь гнилых яблок разбивается о камень. Когда на людях дети. Когда нелюбимые дети во тьме ищут то, что они потеряли. Ищут ответ, почему они страдают. Когда разбитые сердца избраны получить дар от мира духов. Реальность превратится в то, что дети желают больше всего. Так, подождите. А, ну хотя да, хомяки на машине.
Это было уже странно. Во все игры, что любишь, ты сможешь сыграть. В конце концов, ты поймешь, что уже закончила сделку. Что заключила сделку? Морга близко, разу глаза, он тот голос в голове, что вводит тебя с ума. Повсюду вокруг беды исчезают. В глубине тумана ты его победишь. И все, да? То есть этих кукол я все собрал. Галерея. Живые картинки. А точно, и в дом ужасов нужно будет войти. Прикольно, прикольно. Ну что, давайте тогда, я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр игры. Да, создателям за игру. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.